Москва. Москва для меня — это гигантский, безразмерный, вселенской величины альбом в картинках, в звуках, в истории, цивилизации. Огромное количество, не вместить ни в какие рамки. Когда я впервые мальчишкой приехал в Москву, догадываетесь, куда я пришел? Сразу, без раздумий. Пушкинский музей, Румянцевский музей Ивана Цветаева. И знаете почему? Существование этого музея – гениальный замысел Ивана Цветаева. Он понимал, что русские люди никогда не смогут увидеть весь мир, свободно путешествовать по планете, и он решил собрать здесь копии, слепки. Ну как бы я мог поехать во Флоренцию и увидать Давида Микеланджело? И вдруг вот он, Давид Микеланджело, копия того, который во Флоренции. И вот я пришел сюда, чтобы увидеть весь дух иудейско-греческо-римской цивилизации. Вот сюда я приходил и в 14 лет, и в 15, и в 25, и в 30. Здесь было, но, наверное, есть, я не знаю, такое маленькое кафешко. Это была самая вкусная пища во всей Москве. Невероятно приготовленная, невероятно эстетичная. И вот здесь можно было увидеть сидящих замечательных композиторов, которые между собой разговаривали о музыке. И вот я, каюсь, подслушивал немножко. Вот давайте зайдем. Может быть, там по-прежнему так же вкусно и так же уютно. Закрыто. То ли композиторов нет, то ли они питаются дома полуфабрикатами. Знаете, удивительное место здесь. Удивительное. Помните, «Дай Джим, на счастье лапу мне», собаки Качалова. Это все там. Вот он выходил с собакой гулять. И там есть еще церковь, куда ходили молиться великая певица Нежданова и самый уникальный дирижер за всю историю человечества – Голованов. Это совершенно сумасшедшее место на планете Земля. Нигде такого не было и никогда больше не будет, потому что советская власть хотела, чтобы все гении, люди искусства, жили скучно в одном месте. Вот чтобы они встречались здесь. И когда я был маленьким, мне было 14-15 лет, я приезжал в Москву и со своей скрипочкой просто гулял вот здесь, по этому пятачку. Вот смотрел на все эти дома и просто думал, а вдруг, а вдруг...